монстр похож на этого, на монстра из Рейджа. Там такие же. Штаб Дельта на связи. Мы вышли. Женские. Данные у нас, прием. Поняла. Поезд сейчас отходит. Световая бомба установлена и готова к отправке. Постойте, что, бомба в поезде? Так точно. Командование выбрало главной целью эмульсионный сток. Поезд доставит бомбу туда, остальное сделают ваши данные. Ну и куда направляемся? Ваше рандеву с поездом на станции Тингат. Понял. Конец связи. Берегись! Держись! А, черт! Вот. Ну, начинается, блядь. Так, мне надо было прыгать. Мост. А ничего нет, они смотрели клип Гориллаз. Вы прикрываете. Быстрее, сделать, старик. Типа. Грумок был прямо за нами. Ну, погнали. Что-то здесь явно не так. Да, тут все не так. Бать, мясцо валяется чьё-то. Кто тут сидел, охранял. Ябать. Ах ты, зараза, а ну работай! Работай, надо толстого просто скинуть, чтобы он опустился и делся. Противник! Давай его сюда! Прикрой Маркуса, данные у него! Тон-тру-то. А, я понял. Бегай, ублюдок. Еще зараза! Где? Блин. Справа. Блять, сука, заебали. Блять, подходишь ко мне. Блять, убил, сука. Нет, еще не убил. Бля, а ты как залез. Порезал, ублюдка. Ебать, там подходит, охуительно. Бля. Че ты не режешь, штука, хотел порезать его, ублюдка. Вот мне это тоже бесит, Сань. Сука, я специально бежал, зажал ее до этого. Мать вашу задаху! Смысл от этой пилы, если она работает нестабильно. Они знают, что мы делаем! Ну, блядь. Штаб, это Дельта. Мы застряли на мосту. Нужно восстановить питание. Жду команд. Поняла, Дельта, ждите. Рядом с вами поврежденные линии. Идите вдоль берега к парку Насар и отремонтируйте. Вас понял. Дом, ты со мной. Берт, Коул, вы двое охраняете БТР. Ты охренел? Должен быть другой способ. Берт, я тут главный. Стойте здесь! Наткнись, Берт, я тут главный, мразь! Не будете готовы двигать, когда мы дадим ток! Понял. Надеюсь, мы это... Ой, наконец-то, слава богу, отпусти этих двух дебилов вместе! Блин, один черный сдохнет, и этот... Это мы Сережа. Сережа отпустили. Делает Сережа. Тут пускай человек видел.
Старик, ты сейчас говорил прямо, как твой отец. Мой старик думал, что сможет предотвратить эту войну, а получилось вон что. Что ж, теперь его карта поможет ее закончить. Я не думаю, что он бы оценил. Сегодня в видео заходил, они там Xbox One X продают там со скидкой за 32 косаря, короче. Нихуя себе скидка. Нахуй оно было 32 косаря. Ну, на самом деле, недорого. А они сильно, это самое, сбагривают сейчас, сейчас это пятой консоли выйдет, им надо поэтому... Не-не, ну правильно, не, смотри, вот если так вот разобраться, комп-то стоит гораздо дороже, да? Ну, это да. А я здесь читал новость, типа, это самое, Sonic 5 уже это в магазине в каком-то за 9999. А, это всё хуйня. Ой, это за 9, это самое. Предзаказ открыли. Да-да-да, заказ. Ну пока купить нельзя, просто цену поставили. Ну факт он, да, то, что уже, блядь, собирается. Да ой, нет, блядь. Это просто... Ну что это не собирается, это просто хитрожопый чувак. Ну, магазин рядом планирует. Так. Ебать. Смотри, они сидят на потолке. Да, отстреливают нахуй. Как говно. Он еще пал тут. Вот смотри. Допустим, ты закажешь эту Соньку в этом магазине, да? Отдашь им косарь баксов, она будет через 2 года. Они будут 2 года твоим косарем баксов пользоваться, да? Ну да. Ну ты все. А ты, о, я предзаказал игру. Поэтому я, допустим, игры не предзаказываю. Допустим, блять, выйдет игра, я посмотрю, допустим, что она заебись вышла, да, там. А вот, ну, А сейчас игры покупать вообще опасно. На самом деле, выйдет хуйня какая-нибудь, вот какая-то Fallout 76. Хуйня хуйней, блять. Ну, да. Вообще такая дрочь, просто пиздец. Ну да. А пацаны потратили бабло, всю хуйню. А ты ее предзаказал, допустим, да там, короче. И ладно еще, допустим, например, там, ну, там Киберпанк там, там на комп выходит, да, там, или, короче, на этом. Или Doom там, ну, короче, вот игры на этот, на комп, да, там, по 2000, да, ну, как бы нормальная цена. А если прикинь, на консоль еще предзаказал, за 4 косаря вышла хуйня. Просто, блядь, проебал 4. На самом деле, блядь, вот эта политика, то, что на консоли игра в 2 раза дороже, это вообще, блядь, вот такой бред вообще. Да, да, в цели она будет дороже, если она стоит на 2 косаря. И это цена, значит, 2 косаря, блядь. Никак не 5 косарей, это та же самая игра, блядь. Маркус, спутник показывает, что парк Нассер кишит саранчой. Есть другой так бы путь, просто вообще все, кто пока на консолях играли, никто бы комп не покупал. Нахуй нужен, а нам на бой спеть не надо. Покупали бы там обычный комп, стали не игровые. Мы зачистим парк и встретим вас там. И что это за хуйня? Так точно. Че, блядь, я... Слушай, консоли благодаря эксклюзивам поэтому и держатся. Не было бы эксклюзивов, то нахуй бы она нужна была кому-то. Опять же, смотря какие консоли. PlayStation, да. А, допустим, ну конечно. Какой бы долбоёб покупал там PlayStation, если бы на ней были все те же самые игры, нахуй она была бы нужна. Еще и дороже, блядь. Не, ну опять же, если ты, допустим, к примеру, очень бедный, к примеру, вообще вот очень бедный, то консоль это хороший вариант. Блядь, чувак, уходим, уходим, уходим. Блядь. Что, я уйти? Да, блядь, повернись, ты ёб твою мать. Вот смотри, комп стоит твой 100 тысяч, да, к примеру? И мой стоит 100 тысяч. Вот. Мой даже дороже. Ну и твой дороже, блядь, на самом деле. Вот. И получается, смотри, какая хуйня. Ты отдал бешеные бабки, короче, за него. Вот. Ну, игры, да, ты можешь дешевые покупать. А если, допустим, ты, к примеру, покупаешь себе консоль, там, за 25, да, к примеру, слимку. Вот, плюс ты, короче, допустим, нет, если у тебя нет денег совсем, да, ты, допустим, подписываешься на какую-нибудь хуйню, типа это, блядь, там, PlayStation Plus, короче, да, и играешь в игры по раздаче. Блядь, убей, сука. Хотел бы порезать. О, пизда. И тебе? Быть он крут. Да.
Короче, просто играешь всякие игры на раздачах, и все. Ну да. Как бы это супер дешево, ты не отдал такие бешеные. А когда, допустим, хочешь эксклюзивы, покупаешь их на Авито, блядь, они там стоят 500 рублей. Как бы это, блядь, на самом деле вообще нихуя не дорого. Это типа дорого, если ты будешь в магазине покупать новые игры. Тогда это дорого, блядь. А если будешь старые играть, то это дешево, наоборот. Ебатик. Она-то не... А ты стреляешь, сука. Где он? Порежу, ублюдка. Бля, он еще охуешь. О, бля. Блять, да ладно, бля. Ебали. Волча, где-то еще один. Там этот миниганчик. Ебать, он гранату закинул. Сзади заходят. Где вы, ублюдки? Ебать, тут чувак стоит такой, таким... Хочешь, чтобы его порезали. Вот так вот стоять, тупить в эту хуйню. Не стреляйте. А, ля-ля, из дома, из дома. Вафля. Вандер вафля. Гранаты. Чернота. Просто черноту выпить. Эй! Бью, что такое? Мы уже наверняка у линий. Вы что-нибудь видите? По-моему, да. Прямо впереди. Через парк у старого театра. Идите туда, и пусть Джек их ремонтирует. Встречаемся у линии. И Финги! Вау, опять выкрутится. Начинается. Так, прячемся. Где вы? Я вижу арбалет, кстати. Где? Возле меня, вот здесь вот справа. О, вижу, спасибо. Так, там этот самый пулеметчик, миниганчик какой-то. Можешь его на себя отвлечь? Ну, погоди, тут у меня проблема. Отвлекай. Попробую. А я его убил. А, нет, не убил. Ну, может, он его сел какой-то хуй.
Да, отвлеки, попробуй. Бля, не хочет. Порежу пацана. Да как вы меня не убили тут. Ща. О, ты повернулся на меня. Не, опять не тебя. Да сдохни. О, ебать. Просто стой, вот в реп ему стреляю так вплотную, короче. Нихуя не умирает. Давай. Да я тут что-то ему в репу насажал, ему вообще похуй. Отвлеки миниганчика. Е, блять, наконец-то нахуй. Сдох он нахуй. А можно развернуть будет? Где эти ублюдки? Опять к минигану кто-то встал? Не-не, это я. В этот раз это я. Я уже думал, охуеть, блин. Бля, ну он вниз это самое не попадает. А, не попадает. Вот чтоб конец сзади не зашли. Ах ты штука. Ракетами хуй. Пизда порвала, ублюдка. Взорвал ему жопу. Вон она там ходит. Там арбалетчик. Сука, он на теху в дверь выстрелил, прикинь. Бросайте и ищите эти линии, ладно? Ебать. Зря я ушел. Дядь. Мать и пацаны. Господи, это что я рвались? Я одного снял. Где второй? Ощущение, что сейчас меня тут, ну, блядь, возьмут за яйца. А знаешь, что я сегодня еще видал? Как кошак охотился на белку в женщине, прикинь себе? Ага, она от него съебалась на дерево, короче. Он не успел немного ее поймать. Я в ахуе, в жилике есть белки на деревьях. Да, есть. Я в парке у нас видел еще. А это не в парке, это в 12-м видел. Вообще, это за заимбата. Опять отчаяние. Опа. Бета, начальник поезда сообщает, что к ним движется саранча. У вас как обстановка? Входим к линиям электропередачи. Новое вводное. Чтобы поезд не захватили, он набирает скорость. Ваш график сильно уплотняется. Нихуя себе. Вашу мать, опять он! Уберите эту тушу с линии электропередачи! Без проблем. Смотри! Сейчас чёрный узел! Хочешь угощу? На-ка, выкуси! Прочь оттуда! Быстро, быстро, быстро! Как в такой броне вообще можно бегать? Ты совсем охренел? Так, о май гад. Чёрный тупой. Боже, о боже. Да он пацанки выкрутаться не делает. Ебать. Попробуй. Сейчас я тебе вам гранату. А в четвертой части мы будем такого убивать, кстати. Угу. А может, в этой я не придумал. Блять, убил, сука, своего дрободана. Плотную. Вставай, солдат, блять, не время лежать. Блять, завалить. Ну, вообще, пехать там. На тебя, блять, стылок. Отступать, отступать, отступать!
Ох ты, блядь. Ча. Он прям рядом тут сидит. Давай, поднимай. Бля. Он тебя не разъебал. Сейчас. Попилю немного. Так, меня кто-то еще стреляет, не вижу кто. Он стреляет. Это ты крутой чел. Так проще всего было его разъебать. Лови подарок. Лови подарок. И пацану не дал перезарядиться. Подавил его огнем. Я слышал, на абордаж бой поезд берут. Плохо дело. Думаешь, мы успеем? Если нет, придется всю оставшуюся жизнь драпать от этой пакости. Еще такие хуя. Снимай, хуй. Он стреляет, не понял, да? Коляда, открывайся, ладно. А, это огонь потушен. Ну да. О, да, Маркус, Брумок погиб. Спасибо большое, мы возвращаемся к линиям. Блин! Сваливай отсюда нахрен! Вали оттуда нахрен! Контрольная точка. Куда? Ищу. О, патроны вижу. Что только не подобрал эти патроны. Ебать. Это сейчас тут будет. О, блять, кологи. По-моему, все. Хватаем трофей. Блин! Тут дыра! Прикройте Джека! Где какая дыра? Дыра, как у гулящей женщины. Нахуй вам дырку. Блять. Дырку прикрыл. Я бать. И тут не шмалю. Блять, я в него просто, вот это пиздец, вообще, вот такие. Они настолько, блядь. О, блядь, граната. Бля, эта хуйня идет гигантская. Блять, я гранату закинул. Маркус, его надо задержать. Каким, блядь, хуй ему задержать? А по нему можно хуярить. По ногам, он сказал по ногам стрелять.
чувак, помогай стрелять по ногам. Да. По-моему, он хочет. Черт, вот он! Ебать. Это что происходит нахуй? Чуть не влипли. Кто теперь? Джек, вырежь дверь. Парни, вы как там? Живы? Но до БТРа вряд ли доберемся. А, Дельта на связи. Мы починили линии электропередачи, но у нас тут Брумок. Ждем рекомендаций. Ну и чё, блядь? Аня, рекомендации, понял? Наверное, сеятель. Ага, и совсем близко. Хорошо, мы сами по себе. И времени в обрез. Бэрт, Коул! Встречаемся с вами за театром. Так точно, детка! Тут должен быть служебный вход. Разделимся, так мы его быстрее найдем. Блять! Я проверю портер. Дом, ты иди наверх. Опа, нахуй, уебывай. Нахуй, блять. Умри, тварь. Вот он на стене! Молота нет. Черт. Надо придумать что-то еще. О, у меня есть идея. О, блядь. Минус один враг. Где, блядь, на прошлом она... Да, был с самого начала так делать. А я думал, с пулемета по стенам ебашить. Блять, вот ты пидор заебал нахуй. Тебе, надо пулеметчик какой-то снять. Мне тут снайперы заебали, сейчас их раскидаю и убью пулеметчика. Готов, блядь, пидорас, лапка. Сейчас понесутся мрази, да? Угу. На меня уже пошла мелкота. И ко мне мелкота пошла, слышь. Нихуя себе. Ничего никого не вижу, блядь. Столпу положил, сука. Сколько вас? Слышу еще. А, это ты бегаешь, да? Бля, я очкую вообще. По-черному. Все, блядь, кончились. Че? Вон они, арестают. Пера ебаные. Бля, ебать их там. Бля, надо срочно валить. Там нахуй меня не сняли тут. Успел. Бля, тут этот самый арбалетчик. Только арбалетчик какой-то не арбалетный. Дохнуть, сука. И бля. Еще один. Где он, сука, внизу лазит? Так ебать, их там много, чувак. Я вижу.
Нифиге. Нифиге есть такие. Ловите, блять. Блять, он не подставится. Надо отступить, походу, еще дальше. Блять, куда ты прыгаешь, сука? Встань за стенку. Где этот мутак нахуй? Мы внизу. Сейчас я его сниму. Куда он спрятался опять? Вот он. Всё, минус нул. Всё, кончилось. А, вон еще один. Прям под тобой сидит. Сейчас я его нахуй. Он, блядь, с арбалетом, сука. Аккуратно, блядь. Блять, как его выцепить, ублюдка? Где ты, ублюдок? Ха, сука! Ебать! Он успел выстрелить перед смертью. Ладно, я выжил. Прикинь, он меня попасет туда спереди, я взял его сзади, обошел. Еще один арбалетчик, чувак. Где, далеко? Ой, бля, вижу. Так, аккуратней, аккуратней. А где он? Я его не вижу. По мне хуярит. Вон, вижу. Он уже раненый. Сдох он, нет? И где он, блядь? По-моему, он отъехал. Да, отъехал. Ну, что сделать надо? Сейчас я бегу куда-то. Ой, блядь, тут еще пулеметчики какие-то. Чувак, сзади меня просто монстр рисулся, блядь! Ебаш, ебаш, чувак, у нас еще контрольной точки не было. Я понял, блядь. Ты что, назад отступай куда-нибудь? Отступаю, блядь, отпрыгиваю нахуй. Что это вообще за бред, блядь? Сейчас я попробую добежать, может, контрольная точка будет. Ладно, не рисковать особо. Он еще и с лансером, сука. Откуда у тебя ваша книга, блядь? Бля, бля, бегу, бегу. Че его разъебу нахуй. Так, я сейчас на сцене. Можем сдвинуть стену. Короче, стену. А тебе тоже надо давай, куда-то бежать. Поворачивай. А, тебе с другой стороны, чувак, надо что-то открыть. Сейчас подожди, я тут, блядь, кто-то попался жирный. Давай, давай, давай. Ты мне не спеши, не спеши. Аккуратно его выноси. Блядь, наконец-то. Ебать. Просто, блядь, чувак сзади появился. Давай, поворачивай. Так, тебе надо что-то повернуть. Где-то что-то повернуть. А, кстати, дверь открылась. Дверь была вот эта закрыта. А? То есть дверь открылась, а она оттуда пришла. Просто даже не заметил. Гениально дверь была сделана. А куда мне интересно? Том, давай! Ну вот, я нашел крантик. Да-да, тебе нужно повернуть его. А, тебе повернуть, чтобы открыть мне дверь. Наверное. О, да, точняк. Ебать, это было жестко, нахуй. Он попадается, блядь. Давай сюда, он там. Ебать, сейчас от этого еще дверь выебашь. Черт, эта туша постоянно за нами носилась. Окей, начальник, что теперь? Штаб Дельта на связи, как слышите? Черт, нет связи. Ладно, без помощи штаба мы поезд не догоним. Так что все силы на восстановление связи. Ищем сеятеля.
найти Сити. Давай, там уже пацаны. Как-то. Ну, для 2006 года вообще охуенная группа была. Ну, она и сейчас неплоха. Ну, да. Побегать. Граммофончик натянули. На самом деле, для 2006 года охуенный там графон был. Для Xbox 360 вообще супер. Сразу понесло. Вот ты, блядь, нигер, вести меня. А негр в этой части... Вот в следующей части напарники могут тебя рисать. Негр, без помощи твой, блядь, отставился. А, там пулеметчик, ёпты, блядь. Надо его немножко гранатой. Лови-ка. Чему моё? Ну так, негр, мы тебя тоже не риснём. Да, ёпта, я сейчас так не могу. Сорвало ублюдка. А где этот больной ублюдок? А, вон он. Значит, этих мудаков надо рисать, а они их не должны. Как-то это странно. Да, не продумано. Я бачу. Не бой, зомби или откуда? Впереди вот так. Еще на подходе! Не такой сиканул. Саморет, как это. Ты сдохнешь, нет, сегодня. Сука, тебя на свинца и заебашить, чтоб ты сдох. В натуре, блядь. Так. Бля. Ветер внизу. Ага, и молота нет. Будем импровизировать. Бля. Блять, да что ж? Баллона! Сейчас подочек. Протупиться. Баллона! Баллона! Он говорит, по баллону надо стрелять, а где баллоны? А, вон их. Смотри. Взорви тот грузовик! А, грузовик. По грузовику, чувак. Не, не по этому, по левому. Я прикрою от этих летающих. А, отлично. Превосходно, детка! Ебать. Ништяк. Да, Дельта на связи. Аня, давай, давай! Маркус, это ты? Линия электропередачи восстановлена. Что там с поездом? А у меня вот он тупо голову дернул. Саранча высадилась и вышвыривает охрану на пути. А судя по уровню мощности в сети, ваш мост так и не заработал. Да, она говорит, что типа мост не заработал. Рядом с вами центральная электростанция города. Если питание можно восстановить, еще бы, блядь, то только заработал. Из этого места. В этой игре это было странно. Идем туда. В общем, конец, говорит, нам надо электростанцию запитать. Поехали. Чтобы это восстановить мост. А куда? Осколочная! Куда идти-то, я понял.
Ебать, ты швырёшь, варить, швыряешь. Наверное, я зря туда пошел. Ох ты, блин, пойду мне. Блять, не засесть, а сел. Да ты побежал, ублюдок! Ага, ублюдки бегу. Ой-ой-ой. Да, у нас есть вот такое. Куколка. О, батюшки. Спрятался такой на простреле. Бля, гранат не попал. Ой, бля, там этот арбалетчик ебаный. Ты пизда ему. Вон еще один арбалетчик. Еще один. Блядь. Я отомщу. Зарезал его. Как-то напилит в этой игре странно. Ой, хотел его запилить. Ну да, да, я понял. Я отомстил. Я сделал то, что ты задумал. С ним. А где эти двое, блядь? Пацаны, вы, блядь, где? А вот они. Лезете, блять, как в 45-м, сука. Сука, убил! На, сука, блять. За моего друга, блядь. Это тебе за прошлый раз, да? Эти твари не хотят подыхать! Ебать, позволок, блядь. Чёрт! Надо было в разных сторонах держаться. Спрятались, блядь. Хоть контрольная точка недалеко. Да как, да прилично. Ну, сейчас мы этих отъебем. Вафель. Блять. Пацаны запиливают. Блять, ублюдок.
юга. Ой. Так, аккуратней. Блять, я отъехал, чувак. Понял, учить. Перестать. Блять! Двоих! Надо было, да, не рисать, надо было ему еще в голову насывать. Да, надо было его убить, все, сейчас, короче. Так, если одного ложа, второго убивает. Нате, блядь. Блять, меня убил. Хуисос с дайбовиком. Ну я порезал. И тебя. Да? И тебя убили. Не, меня не порезал. Не-не, я не тебя, я это чувака порезал, он там. А, да, в смысле, он тебя, ты его? Да. Это как называется? Обоюдный порез? Тут была неразбериха, град пули, но море крови. Ну иди сюда, мудак, блядь. Втроём. Не, в этом... А, это с арбалетчики ебануть. Вот тебе. Только озверели, что просто их уже режем. Блять, сейчас меня убьет. Да ладно. Ну я распидорасил. И тебя! Да я, блядь, стыд, что за хуйня? Понеслась. Сука, этот с дробовиком хуй. Он опасный вблизи. На нахуй. Пока. Так, надо аккуратно. Блять, это враг, что это? Я думаю, что-то бегает, блять, не пиздит его. Я пока успел пизоидиться. Здравствуйте. Че, вы в Герсу играете, да? Да. Ой, блядь, Сань, подними. Бля, бегу. Не поднимай его, что умирает. Не, он мне нужен. Мне нужны все бойцы на поле. Тут хуй с арбалетом, блядь, опасный. Че, порежу. Ой, его режут. Все даже не арбалет. Да блядь, да блядь, сука. Я по одного порезал. Все за ним бегают такие. Ааа, сука, умри, блядь. Так, ну остался этот самый, блядь, гентометчик. Ой, блядь. Сука, это... Эти твари не хотят подыхать! Слышь, блядь, а где его лук нахуй лежит? Ладно, похуй на лук. Бля, он сюда идет. Сука. Блядь, хуёво. Где он сдох? Закали ему. Сцена закончилась. Так, у нас прям было. Все равно еще не сохранилось, кстати. Контроль точки не было. Не было? Нет. Вот сука, блядь. Так все это еще. О, вот она. Теперь сохранилось? Да. А ты, Ром, что делаешь? Жень, да поиграл на здесь. Надоело Зельда? А что-то не трёпло. Ну, я думал, Вайпекс поиграть не было, да? Не, наверное, не сегодня. Мы сегодня надо Жирсу пройти. Ой, я убил этого мудака с пулеметом. О,
А чё ты Дэна не позовёшь? Ну, он ленивая жопа. Ну, ты, в принципе, тоже, так что... У вас паритет. Нет, Денис в этом плане зашёл. Да нет. Да-да, он как на квартиру съехал, ему это принесли. Да прям, если постоянно задротил. Ну, значит, я ему больше не знаю. Ой, блядь, не знаю. Не, а ты его звал или не звал? Да, звал, конечно. А он что, написал, что ему лень опять стоит? Я не спросил, так скачал? Нет, зачем мне это? Ой, блядь, не убери, все говорите. До этого говорил, что скачал. Так вот, мне леньком быстро. Там бумеры. Я знаю, я ебашу. Да убили нахуй. Да мы на подстанцию идем, да? Да, тебе типа надо питание для моста восстановить. Тёмку зарядить. Мы тут пытаемся просто уехать. На поезде на море. Даже не розеточку, а вилочку. А это Желик, чувак, короче. Ебать, не, блядь. Что, ты просто родни краю пока? Да. Сань, нравится? Да, да, прикольно. Это на сэмпе. Бля, ебать, тут... Я тут нахуй. Это давно был. Я? Да. Ну, полгода назад. А что ты там делал? Ну, когда с Москвы приехал, мы вокзал. Ой, говорите, с кем-то был. На вокзале было. Ну, на вокзале. А ты полгода назад в Москве был? Ну, зимой. На Новый год, что ли? Ну, да. Было время, было. А я не помню, мы назад вместе ехали или ты позже ехали? Вместе. А, ты... Нас твоя мамка еще встретила. Это ж я тебя типа уломал. Становится только хуже. И хуже. Это, ну и... Вот дрянь. Ярин, тебя еще пришлось домой отвозить. Штаб, мы у городской электростанции. Лениво. Поняла вас, какая обстановка? На нахуй дверь. Готовимся идти внутрь. Пожелайте удачи. Да мне кажется, Тёме надо было какой-нибудь Зимбабве принцем родиться. Чтобы, знаешь, чтобы даже зубы за него чистили. Ну да. Вообще, Серёже надо. Ну мне тоже не помешало. С таким сервисом никому бы не помешало. Ну, Серёжа откуда? Серёжа бы это стоял с пахалом. А я не рассказывал, Серёжа мне один раз рассказывает. Блядь, говорит, как вот теперь идти на обычную работу? Я уже привык быть директором, блядь. Короче, что типа там, блядь. Ну, блядь, типа там, короче, как он сказал, привык к хорошей жизни, типа, чтобы мне там отели снимали, гостиницы, проституток, короче. А то, говорит, приду на работу, меня работать заставит, и что-то. Пугает то, что он говорит, это серьёзно. Маркус, дом ранен. Он меня запилил, пидорас, блядь. А я почему сдох? Вот точнее, а у меня почему я контрольная точка? А, он, кстати, я распилил. Или мне её покупать надо? Чё ты говоришь? Я в Гирсту могу с вами поиграть? Нет, не могу. А тут по-моему двоих. Блядь. Значит, я там... Письки друг другу показывают. Вот ты, вот это жопа хорошая, блядь. Или сами тебе показывают, а ты смотришь. Блять, блять. Причем с писики вообще мы в Гирсу играем, Рома. А не в Гейсу. Ты что вас знает? Особенно тебе. Ты же Сереж общается. А где наши напарники? Я не понимаю, почему мы вдвоем опять? Рома зашел мне побесить, да, короче? И вот Дэн отверг, а у него крайне нет. Дэн отверг.
А ты не заскал. Один-один. Ну да, видишь, я... Ой, блядь! Позвал Рому в ДИС, а то я думаю, скучно. Грустно после того, как ты дал ответ. Маркус, я ошибся. Это не изгнанники химичили с сеткой, это они. Весь блять, вот сука, у меня опять они просто наушники слушают, а они хрен не слышу сами. Я работаю. Джек, идиот, не тот контур. Да, типа, эти двое что-то там делают. Что отключать? Панели, знаешь, зеленые лампочки, рубильники. Опять этот умничает, пида. Белобрысый? Ага. Сережа, это Сережа. Что-то ему не нравится, это надо рубильники, зеленые лампочки отключать. Такой, типа надо отключить рубильники, ну знаешь, такие зеленые лампочки. Типа ЗДК считает. Ну да, я понял. О, блядь, опять это животное здесь ходит. Заебало уже. Зацени, блин. Мы вляпались по уши. Ёбаный тираннозавр, блядь. Поэтому прилетает. Блять. Это моё дело, я сейчас скажу, что я на свободке все разваливаю. Ты и в Апексе на все разваливаешь? Ага. Шок. А там что? Тебя ж лагает, ты говоришь. Давай, отруби эту панель! Да? Или ты меня заманиваешь, Апекс? Ух, ей хоть прилетел. Обоим? Ну это круто, а ты давно это написал? Да, я сказал, что выиграл, стало лучше работать. А он что говорит? Ну, говорит, что не уже. Блять, опять меня этот пидо, гранатометчик. Аж Дэн. Блин, на максималку. Блять. Какой долбоёб мостик сломал, блядь, походу. Походу надо покрутить колёсико. Давайте не будем пальцем показывать. Бля, Тёма, прикрой меня. Я не могу отойти. А вы против никаких играете? Работай! Ну да. Я думал, может там какой-то онлайн режим, типа. Ну и тут есть онлайн режим, но мы в компании... Кстати, а в четвёртой там не на четверых? Нет. Давай, отруби эту панель! Да. И ну мало ли. А тут как бы вопрос, он потянет меня или нет. Первая очень сильно лагает. Сейчас я вам открою. Она у меня лагает, она у Викса лагает. 30 FPS идет. Короче, они сломали ее. Раньше она вообще охуенно работала. Вот. ГГВП, да? Да, а четвертая вообще великолепно работает. То есть вообще охуенно. Блин, там да. Она давно вышла, четвертая? В 16-17 году, не знаю. Ну, короче, плюс-минус она такая, на минималочках может будет работать. Да, но она как бы денег стоит. А. Тогда нет. Не будет работать. Да, и тем более, смотри. Я ее с Виксом хочу пройти. Я ее уже прошел с Дэном, еще с тобой третий раз, я ебанусь сразу. Вот. А знаешь, что мне дали еще? А мне дали аккаунт Steam, где, короче, есть этот Wolfenstein New Blood. Да, New Blood. Короче, новая панель. Переключите на меня. Типа. Я могу еще кого-нибудь позвать и с ним ебашить. Вольфенштейн новый. На халяву. Блядь, там проиграл. Ну, мне кажется, там расходник намекнули после того, как... То голову ему там отрезало, и там пришили обратно. А там за двух лесбух играть надо. Его дочь. За дочерей точно.
Задухли звук. А так есть, они там такие мужикоподобные. Ну, понятное дело. Так, что мы ожидали? Знаешь, что это дочери этого Ласоса, или как его там забыл? Бласкович! Ну что, все готово. Стоп. Диджей? Да чёрт! Что теперь? Мощность в норме, но надо сменить полярность трансформаторов. А это как сделать? Никак. То есть можно, но нужен полный ремнабор. Ну, блядь, еще там происходит. У моего чувака такое ощущение, что голова болит. Он, блядь, хрень, блядь, просто руку держит. Чего? То есть мы застряли? Да, Денис. А, точно. Если только вы не достанете из задницы что-то, чем замкнуть два трансформатора. И ты тоже такой же. Прикинь, этот белобрысовый, надо достать из задницы что-то, чтобы заткнуть два трансформатора. Чтобы залезла между этими двумя штуками и там застряла. Том, поиграет Брумок с нами в догонялки? До сих пор не отказывался. Эр, открой нам заднюю дверь. О, бля, сейчас будем, походу, от этого громадины убегать. Его нужно между двух трансформаторов загнать. Да? Да, он сказал. О, блядь. Черт. Вот он, теперь что? А теперь мы его разозлим. Что? А где трансформатор, я не понял. И об этом еще наверху пулеметчик. Он пулеметчика снять. А, в руки? Что это целится в руки, чувак? Я бачу. Что тебя зовут? Поднимаю. Ой, я был! Блять, не могу никак. Понятно, могу. Ой-ой-ой-ой-ой! Ебашь его по рукам! Ебашь по рукам! Ебать, ебать! Еле выжил! Я под отстрелом! Блядь, куда ты пошел? Будем. Че на меня так озлобился-то? Бля, где его трансформатор? Я не понял. А сколько в руки ему надо высадить? Да, хуй знает. Надо, походу, пулемета ему сбить вот эти. Коми есть! Да. Помочую, как вы! Пусти его до нашего уровня, чтобы пристрелить! В смысле, опустить его до нашего уровня? Что ты говоришь? До уровня выбора. Ну типа сказали, опусти его до нашего уровня, чтобы пристрелить. Это, блядь, как? По ногам? А, кстати, да. Убей седока! Убей седока! Ага. Надо его это опустить и убить этого самого седока этого. Блядь. Пусти его до нашего уровня, чтобы пристрелить. Ебать, что это, ракета не разъебала? Ага. А ты где один? А. Так, давай опять ему по ногам отработаем. Блять, он стоит под этой хуйней. Ой-ой-ой-ой. Я поскал ту на что. Сука, какой взять? Блять! Ебать, я подал! Бля, все-таки секанул меня! А где ты лежишь? Я справа. Прям около него, бля, прям около меня ходит, сука, сейчас оживет, наверное. Опусти его до нашего уровня, чтобы пристрелить! Ай, блядь, иди нахуй, животное!
Да, пока нормально лежу. Можешь его отманить от тебя? Ну попробуй, потому что ты хуй меня это спасился. Какая там жесть происходит? Чтобы пристрелить. Он по мне топчется. Да? Ага. По-моему, к тебе пошел. Сука. Опа. Давай, чувак. Ну давай, рисай, а то иначе тебя срежет, пизда. Маркус, ты где, блядь? А вот он, ты лежишь. Да-да-да, давай-давай. Давай, нахуй, вставай, пошёл, твой солдат. Так, надо ему ноги ему поломать. Его до нашего уровня, чтоб... О! Стреляй по седаку быстрее, Сань. Я пытаюсь, что-то неубиенный. А ты по нему попал вообще, по седаку? Да. Давай еще раз по ногам ебем нахуй. Отработал ему ногу, но, блядь, что-то не вижу этого самого. Это хрень. Стреляй по ногам! Сука, чуть не сдох вообще. Блять, да ну нахуй. Бегу. Знаешь, чем хуйня? Когда ракета попадает, короче, она тебя станет. Ты спрятался. Блять, прямо около трубы положил, сука. Не спрятался за трубой. Ну, бля, просто хуй. Около меня ходит, топчется по мне. Да вот ты меня шел на потях. До нашего уровня, чтобы пристрелить. Какого пристрелить этого, блять, волка? Слишком опасно. О, бля. Ебать, его разъебал. Ладно, зажарь его. Бегом к трансформаторам. Где? Туда! По подъездной дороге решётка! А, вот сейчас вот заманим его это говно. Сейчас бежать надо, как я понимаю. Ну да. Они сами бегут. Ебать, он ещё провод упустил. Совсем дурак, что ли? Это животина, блять. Откуда она вообще взялась? Я думал, что баланда мерзко воняет. Ну, блин, прикинь, вот детину прокормить. О, мост опустили. Маркус, мы потеряли контроль над поездом. Теперь придется садиться на ходу на станции Тимгат. Понял. Один отряд. Запрыгнуть на поезд на ходу и отбить бомбу. Да уж, чем дальше, тем лучше. Я запарился поручать.